Здравствуйте! Сегодня я покажу вам мастер-класс о том, как делать капкейки. Этот мастер-класс отлично подойдет для новичков, потому что из дополнительных материалов нам понадобится разве что только зубочистка и 4 вида фильма. Значит, для того, чтобы сделать базу нашего капкейка, мы берем коричневый цвет, формируем из него шарик и немножко сплющиваем, чтобы получился такой небольшой цилиндрик, зауженный к низу. И делаем насечки при помощи зубочистки. Далее мы берем небольшой кусочек белого, скатываем из него шарик, вкладываем в сторону. Берем белый побольше, скатываем из него колбаску. Если у вас есть экструдер, замечательно, можете воспользоваться им. Ну, я предпочитаю делать это руками, потому что так эффект более реалистичный. Далее берем красный фима, сплющиваем его, и если у вас есть формочка цветочек, можете воспользоваться ей, если нет, ничего страшного, вырежете просто эту форму при помощи той же зубочистки и сформируйте руками. Далее начинаем собирать наш капкейк, берем базу. Сверху красный цветочек, далее наш белый шарик и обертываем белый шарик нашим кремом из колбаски. Потом мы берем кусочек зеленого фима, скатываем из него колбаску, вырезаем маленькие конфетти, скатываем их в шарики. И проделаем то же самое с красным. Наклеиваем это на крем, сверху делаем небольшую вишенку. И вот наш капкейк уже почти готов, осталось только его поставить в духовку на 110 градусов на 30 минут и покрыть лаком.